Каждый месяц на портал Добродел поступает около 10 тысяч обращений от химчан. Больше всего пишут про ЖКХ, ремонт дорог и благоустройство дворов. Чтобы улучшить работу портала, глава городского округа встретился с самыми активными пользователями ресурса. Среди них Сергей Басов. За 2 года мужчина отправил больше 9 тысяч обращений. Рассказывает, обратная связь есть. Мы добились, что в парках Толстого и в парке Дубки попилили очень много сухостоя. Добились того, что в Авакино появились остановки, там, где их вообще не было, и жители, соответственно, стояли просто под дождем, под снегом. В ходе встречи глава Химок поблагодарил жителей за помощь в решении проблем муниципалитета. Только с начала этого года на портал Добродел химчане отправили больше 100 тысяч обращений. Я дал предложение нашим активистам собираться ежемесячно по вопросам работы системы Добродел, по улучшению качества работы администрации Химок в этой системе. Также на встрече администрация рассказала о порядке работы с обращениями и объяснила, почему не всегда жалобу удается устранить за несколько дней. Часть обращений учитывают при формировании бюджета на следующий год. Все пожелания активистов будут учтены в дальнейшей работе.